Раиса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ольга, Яна и Марина. А жених у нас Игорь. Привет. Добрый вечер. Вы сюда проходите. Игорь, 39 лет. После разговора по душам с любовником жены нашел в себе силы простить изменщицу. Но брак сохранить не смог. Игорь – специалист в сфере строительства в Чехии. Играет на пианино, в большой теннис и шахматы. Предупреждает, что не хочет обременять свою жизнь детьми. Игорь не видит рядом с собой бесхарактерную невежду. Женится на сексуальной образованной брюнетке, которая носит короткие юбки и уверенно чувствует себя на каблуках. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это для вас. Спасибо большое. Это для вас. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо. Вы живете в Чехии. Да. Почему за невестой в Россию приехали? А поэтому друг показал мне вашу передачу, а я уже выучился русский язык, когда отдыхал в Крыму. А так мне понравилась очень вообще передача, я решил, что приеду и посмотрю, и попробую. Хотелось бы побывать у него, посмотреть, в гостям, откуда он. Да? Съездить ему в гости, гулять там. Я его очень интересно плохо понимаю. А уже был опыт общения с русской женщиной? Ну, общение, да. А женаты были на русской? Нет, она была венгрейка с половины. Ну, у нее равно был венгрейский. Ну, конечно, говорила на русском, но я начал учиться русский язык, когда она меня бросила. С такой радостью об этом говорите. Видать, вы стали более счастливым после развода. Ну, более, ну, так год там протерпел, так что хотел застрелиться. Потом на втором году уже только терпел. И сейчас уже я расслаблен, но это уже 5 лет назад. Это как... Скажите, а что было плохого в браке? Ну, плохого, ну, в принципе, все было плохо, только я это не видел, поэтому был молодой. Мам, что скажешь? Приятный молодой человек. Приятный. Сколько вам было лет, когда вы женились? Ну, когда мы познакомились, мне там было за 25. Вот смотрите, вам 39 лет. Я молодой? Очень. И вы не хотите детей. К нам приходят женихи, которым по 102 года, и они хотят молодуху и хотят детей. А вы, мужчина... Да, они все зомбированы, поэтому... Ну, я вам скажу так, в принципе, у меня всегда была свободная жизнь. Я люблю поспать до 12, я люблю развлечения, путешествия. И хочу просто устроить отношения, где будем жить один для другого. У вас есть родители живы? Папа умер 2 года назад, и мама живая. Мама не говорит, Игоречек? Я с мамой говорил на эту тему, она сказала, если было бы это 10 лет назад, ты бы имел первую женщину, я бы это тебе желала. Но я сама знаю, что это 3 дети. И лучше не иметь дети, будет тебе простей в жизни. Он не хочет пока, но я как бы тоже. Все это должно идти взаимно. Если будет желание, то если... пока нет. Поэтому мама меня любит, я хотел бы этим поздравить и поблагодарить за все, что она для меня сделала. Ну, дело в том, что вы мужчина, и вы никогда не опоздаете. И если ваше мировоззрение, мировосприятие поменяется, вам не поздно и в 60 родить. Ну, в принципе, я вам скажу так. Когда мне было 15, у меня был список мечт, и ребенок там не был. Когда мне было 25, у меня опять был список мечт, а там опять не был. А сегодня уже исполнил много из этих мечт, а те, которые остались, там опять нет. Да, ребенок. Имеете право, это ваша жизнь. Да. Ой, не знаю, я живу одним днем, не знаю, что будет дальше. И, ну, на данный момент времени я точно ребенка не хочу. Вы были женаты. Да. И ваша женщина тоже не хотела детей? Ну, в принципе, не хотела, поэтому никогда не пришла. Может быть, я человек не так твердый. В плане того, я очень помогаю своим близким исполнять их мечты. Если пришла бы, я поговорила со мной, что это ее мечта, и как бы если отношение бы было чуть-чуть по-другому, как бы на уровне душевной, я бы с этим, может быть, и согласился. У вас прекрасный русский язык, кстати. Вы спасибо. Правильно говорите. Да. Спасибо вашей передаче, поэтому не забываю. Да, впечатление-то умного мужчины. Да, интеллектуального? Вполне. Вы узнали, что вам жена изменила? Да. Ну, если свободно отношения в семье, ну, наверное, принципе, это не было для вас трагедией? Или была трагедия? Ну, не было трагедии, конечно, было неприятно, я узнал это. Но вы ведь и встретились с ее любовником зачем-то. Что хотели узнать? Да, на него я посмотреть? Вам скажу, я хотел узнать, если мне опять врет она.
Это значит, я садился с ней, сказал, слушай, я узнал, что ты там имела другого и так. Сказал, да, это правда. Ну, потом я его нашел, сказал ему, слушай, если у тебя красивая женщина, как бы согласилась бы, как бы со мной расслабиться, я бы тоже не был против, я не иду с тобой биться, но хочу у тебя помочь, скажи мне просто правду. Ты встречался с такой, как долго, ну, там задал эти самые вопросы, он не отвечал, и я просто понял, что она опять... Честно. Я считаю, такие вещи нельзя прощать. Измена, прощать нельзя, да, конечно. Да. Если изменил один раз, то изменит и второй раз. Игорь, но она вышла замуж за этого любовника? Я этим не занимаюсь, поэтому я два года мучился, так что посывел. И просто не хотелось жить, и было очень страшно. Первый год очень страшно, я просто не смог ничего. Все равно хорошенький. Мне он нравится, не знаю. Вот маме нравится. Может быть, она... Не видела перспективы в отношениях ваших? Ну, хорошо. Не говорила, вы не хотите детей, ну что она будет вас заставлять? Или говорить, это моя мечта? Зачем? Если она понимает, что вы ребенка этого любить не будете, да. Он вам нежеланный. Может быть, она сейчас имеет ребенка и имеет мужа, как думаете? А я бы хотел укончить эту тему тем, что скажу спасибо за 8 лет, которые мы прожили вместе. Я сделал ошибки, ты сделал ошибки. Все уже забито, все хорошо, желаю удачи. Мне поспорить с вами невозможно, потому что жизнь разведет нас в разные стороны. Но мне от чего-то видится, что вы, конечно, влюбитесь, и у вас будет то, чего вы больше всего боитесь, да, даже по определению нормальная человеческая семья. И в этой семье у вас будут, конечно, дети. И любить вы будете этих детей или одного ребенка больше жизни и жену. Я просто вам желаю, потому что я не хотела детей. Бог меня не спросил, я родила двоих. Поздравляю. Спасибо большое. И для меня большего счастья нет, ни карьеры, ничего. Большего счастья нет. Я... Просто от счастья плачу, потому что это здорово. Я больше вас не уговариваю. Поживем, увидим. Смысл в том, что мне нужна женщина, с которой устроим правильные отношения на правильных фундаментах. И как и дом строится не коротко, надо и отношения устроить. Ну, понимаете, да, семья, если сравнивать со строительством дома, конечно, то дети являются теми самыми яйцами, которые вот так вот кирпичи на фундаменте скрепляют. А я бы хотела бы увидеть тот самый дом. Причем не один, а у вас их два на одном участке. У нас фото есть. Давайте один Тахинческой. Супер. Ну, нормально. Я скромно живу. Ничего себе скромно. Ну, ремонт, могу сказать, что скромненький. Но на самом деле там не хватает очень ярко женской руки не хватает. Да, только вот остался, наверное, хозяек, потому что это не особо-то уют такая. А, ой, кошара тоже тут. Любимчик. Тоже любимчик. А это вы играете, что ли, на пианино? Да, играю. Он будет играть, а Оля петь. Стоять, вот так вот, ку пианино петь романс. Вот что должно присутствовать в вашей семье, в ваших взаимоотношениях с женой? Чем она вас много-много-много лет сможет удержать и быть вам интересной? Скажу очень просто. Когда она закрыла месяц в одной комнате, что нам будет интересно быть вместе? Это значит лучшая подружка. Вот смотрите, чтобы быть со мной в хороших отношениях, ко мне нельзя лезть под кожу, мне нельзя задавать вопросы. Я не люблю, когда интересуются мной, когда лезут в мою личную жизнь. Да. Чтобы со мной быть в хороших отношениях, меня нельзя вообще ни о чем спрашивать. Если захочу, я сама расскажу. Да. Со мной нужно быть просто спокойным, как вода. И не лезь ко мне вот туда в душ. У меня там все изранено и все изрезано, измучено. А с другим человеком нужно разговаривать бесконечно. И тогда он будет счастлив. Для каждого форма счастья очень индивидуальна. Вот женщина рядом с вами какая должна быть? Ну, конечно, такая, с которой будет интересный разговор. И не а только разговор. Знаю, интересные впечатления. И, конечно, будет подходить в интимной жизни тоже. Это тоже немаловажно. Женщина нужна... В качестве сексуального объекта, чтобы вы ее хотели. Это само собой. Вот. Оль, ты да. Просто секси. Ты вообще да. Подходишь ему на все 100%. Плюс удобство. Ну, то есть готовить, стирать, забыть, но сколько там. Я даже не спрашиваю, сколько квадратных метров, сколько убирать надо. Ладно, но, согласна, есть у нас такие женщины. А компенсация какая? Ради чего ей молодость отдавать, а?
Компенсация очень простая. Я ищу женщину, которой я понравился как человек. Если хотел бы покупать красивую куколку, их в Чехии столько, чтобы бы не верили. То есть мы деньжат не увидим ваши? Что? Не понял? Ну, мани-мани. Конечно, я не человек, который живет в общежитии. У меня нормальная жизнь, у меня две машины, у меня два дома. Ну так поделитесь машинами и квадратными метрами. Ну это само собой, это же нормально. А если она не будет хотеть с вами общих детей, но у нее уже есть свои? А зачем ей это нужно? А раз детей не даете, ну есть такие женщины, нужна компенсация. Я считаю, что все должно быть по-честному. Она вам молодость и красоту, а вы ей, соответственно, безбедную старость. Потому что, знаете, ваши договоренности, он до 40 доживет и уже будет не такая. Морщины, все остальное и так далее. И вы уже ее не захотите. А ей что делать без денег? Понимаете, хоть какая-то радость деньгам. Я тебя, Роза, удивлю. Есть очень много женщин, гораздо больше, чем ты думаешь, которые так же, как Игорь, не хотят детей. И они видят свое счастье в другом. Мало того, они не хотят от мужчины денег. Что ты говоришь? Не хотят. И они не думают о старости. Им в старости не нужен плед, кресло, качалка, телевизор они и большой что, дом. Они что, спят и умирают? Нет, как правило, эти женщины очень рано в жизни состоятся. Они образованные. Они очень неглупые, им нравится жизнь. И они просто для них тоже не существует таких стереотипов. Но они другие. Вот этих других женщин очень много. И сегодня я постараюсь найти ту самую другую, отличную от меня, которая вас осчастливит. Да, могу я еще... Ну, а я все-таки попытаюсь, Ларис, хоть немножко деньжат обжать, как говорится. Василиса, что там с картой, со звездной? А, так ли будет у Игоря, как я думаю? Ты знаешь, я, когда готовилась к нашей программе, думала, что Земля перенаселена, дети – это большая радость, и эта радость достается не всем. Некоторые выбирают радость в другом. Посмотрела известных женщин, которые состоялись, успешны, но детей не имели по разным причинам. Опра, тяжеленная судьба, изнасилована собственным отцом, ранняя беременность и всевозможные проблемы. Да, Жаклин Бисе, то же самое. Может быть, не имела собственных детей, очень хотела, и для нее это было большое страдание. Хелен Миллер хиппи в душе, внутри, хотя к старости сказала, что это самое ее большое сожаление, что она делала в молодости аборты, потому что кино, театр, искусство. Ким Кэтрол, тоже убежденная child-free, который Cameron считает, что Кэмерон Диас, но думаю, у этой еще не все потеряно, еще все впереди. Вот. Да, это все очень красивые женщины. Была. Некоторые из них состоялись в политике, некоторые из них состоялись в искусстве, гениальны, но некоторые остались без детей. У Ангелы Меркель дети есть. Как? Ну, конечно, нет, да, конечно, у нее есть дочь. Нет, у Ангелы Меркель нет. У нее нет детей. Мэри Матье была замужем за песней, да. Какой из образов вам ближе? Ну, это катастрофа. Мне просто как бы смотреть что-то невкусного, некрасивого. И даже Кэмерон Диас? Не мой типаж. Угу. Удивительно, столько женщин, столько разных судеб, и вот ни одна не понравилась. Нет. А я хочу вам сказать, что с учетом вашего гороскопа вам больше подошли бы женщины водные. Раки или Скорпион. И это как раз Ангела Меркель. Это как раз... Спасибо. Я думаю, что нам нужно искать не ослепительную красавицу, а женщину, которая будет для вас богата натурой, богата душой. Она очень лаская, очень нежная. Но именно такого рода женщины чаще всего хотят детей. Они прекрасны, как матери. Вот это удивительная вещь. Где нам такое найти, я не знаю. Но это про нашу Олю вообще. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи вам. Проходите. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня замечательный вечер. Я думаю, что он надолго нам запомнится. Я тоже думаю. Это для вас. Спасибо большое. Ольга, 29 лет. Косметолог-эстетист. Увлекается латиноамериканскими танцами, любит петь в караоке и кататься на коньках. Предупреждает, что не хочет становиться матерью. Мечтает открыть свой салон красоты. Ольга приняла решение расстаться с возлюбленным, как только он заговорил с ней о совместных детях. Надеется, что Игорь разделяет ее жизненную позицию. Здравствуйте, девочки. Я так понимаю, что вы торт принесли молодому человеку. Да, сама пеку, увлекаюсь кулинарией. Очень как вы относитесь к кулинарным? Ну, позитивно. Я сам и готовлю.
Сделаю шашлык для вашей рецептуры. А для по моей? Да, ну, какой вы молодец. Помидоры. Да, все в миксере и зелень. Да, в миксере. Соль, да, перец, соль, да. Перец, да. Пожалуйста, передайте черенух. Пройдите в таком платьице. Фигуру сама бережет, а ему тортик подсовывает. Ему тортик, да. Здесь необычный тортик. Здесь есть вишенка с перчинкой. Это я. Проверим удачу. Да. Вот какой выберешь? Да. Ну, вот пусть выберет кусочек какой. Да. Вот этот? Да, например. Ну, повезло. Нет, здесь нет вишенки с перчинкой. Значит, я буду покладистой. Хорошо. А это для тебя. Чехи, маленький подарок. Спасибо большое. Спасибо. Олечка, чем вас так страшит роль мамы? Ну, наверное, в какой-то степени я разочаровалась в мужчинах и считаю, что мало кто из мужчин достоин вообще для того, чтобы ему родить. Как-то 29 лет – это многовато для разочарования в мужчинах. Обычно в мужчинах разочаровываются лет в 16-17, изображают из себя женщину с прошлым, говорят через губу. А в 29 – самый такой возраст, когда ты вновь очаровываешься уже. А он даже ее не слушает, он тортик кушает и все. Я просто смотрю, как вот у подруг отношения складываются и как вообще мужчина относится к детям. А может быть, стоит поменять круг общения, поменять подруг, а не привязывать к себе? Потому что есть вот такая патологическая тяга. Меня до определенного возраста тянуло к подонкам и к подругам, к сволочам и предательницам. Я это свое съела с лихвой. Я не знаю, это такие у меня были мазохистические чувства. Я не знаю, может быть, для моей профессии это нужно было переживать. Но для меня было чем хуже, тем лучше. Меня тянуло в помойку, понимаете? Но потом я как-то подумала и решила, что жизнь прекрасна, она одна. И полностью все поменяла, переехала в другой город. Может быть, и вам стоит? Ну, у меня такой круг общения, я не считаю, что какой-то отрицательный. Угу. Вот просто... А давайте про ваших мужчин, которые вас обжигали. Ну, первый мужчина мой меня совсем не обжигал. Вот, я прожила счастливую жизнь в течение 5 лет. Со своим мужчиной. И вот он как раз звал вас замуж и хотел учить вас детей. Да, очень хотел детей. Вот, но я была не готова родить, потому что не нагулялась. Скажите, а что для вас значит нагуляться? Это количество постелей согретых с разными мужчинами? Нет. Или, а что? Нагуляться что значит? Мне хочется посмотреть мир, путешествовать. А в браке это невозможно? А в том браке это было невозможно. Угу. Вот в том браке это было невозможно. Хорошо, вы расстались безболезненно, и ничего страшного не произошло, и хорошо, что расстались. Скажите, а ваш новый избранник не докучал вас вопросами о деторождении? Да, сначала мы с ним тусили, если так можно выразиться. Зажгут они там вдвоем. Туси дальше, замуж собралась. Да. Гуляли, он такой весельчак, я думала, что вот-вот, это прям вот самое то, что мне Конечно, надо. Конечно, самое то, что надо. Денег не зарабатывал, без денег, наркотики, ноги об вас вытирал. Ну, тут весь самый набор, который... Ну, изначально ты этого не знала. После прекрасного мужчины, который звал замуж и хотел детей, это вот как раз самое то. А за что ж вы его любили? Ну, у него, на самом деле, чувство юмора. Красивый парень, такой веселый, интеллектуально, в принципе, развитый, на самом деле, только не в нужное русло направляет свой интеллект, к сожалению. Ну, опять же, был сластолюбив, потому что не пропускал ни одной юбки. Да, меня очень это дело задевает всегда, потому что я не терплю такого невнимания к себе, внимания к другим женщинам. Конечно, терпели. Ну... И продолжали любить. А вот ваш первый избранник-то, прямо вы его даже из квартиры выгоняли, и он не хотел уходить. Я... У вас такие условия хорошие, что ли? Что у вас такие? А давайте посмотрим, а? Добро пожаловать ко мне домой. Сейчас мы находимся на моей кухне. Я очень люблю это место, потому что провожу здесь большое количество времени. Безумно люблю готовить, особенно выпечку. Вот решила ее оформить вот в таких вот ярких цветах. Сейчас провожу ко мне в спальню. Она после ремонта. Сейчас мы находимся у меня в спальне. Она после ремонта. Решила оформить ее вот в таких вот ярких тонах. С учетом того, что у меня произведение любимое Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», я поселила у себя в спальне вот такого вот замечательного кота. Котиков она любит. Класс вообще. Ну, своеобразный такой кот, конечно. Желтые стены вообще. Также считаю себя очень хорошей хозяйкой и
мой будущий избранник всегда будет окружен вниманием и заботой. А вы бескорыстны? Вот наш жених говорит, любите меня такой, какой я есть. Денег не дам, будем... Не надо. Я тоже не дам. То есть не надо, я сама заработаю. А вам не надо? Нет, абсолютно. А жених говорит, это неправда, а ты продолжаешь дуть свое. Она давно уже находится в монологе сама с собой. Вот то, что она говорит, это она сама в это верит, Роза. Маза, она не слушает, о чем мы говорим. Что ты говоришь? У вас есть 3 бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Или скелет в шкафу. Как только женщина нравится, все сразу хотят... Скелет в шкафу. Боже. Ой, это очень много таблеток, что-то такое выпадает здесь. Что это такое? Что это за таблетки? У меня умерла мама, от рака. Перед этим умер брат от наркотиков. Потом мама заболела раком, соответственно, на нервной почве. У меня начались жуткие депрессии, началась анорексия, потом началась булимия, и, в общем, было 3 попытки суицида. Одна девочка. Поэтому таблетки напрямую здесь. Кто сегодня ваша жилетка? Кто вас успокаивает? Кто в вас вселяет надежду, веру и силы? Или что дает вам силы удержаться? Скорее всего, сама. Так же, как сама себя вытащила из этих всех состояний. Моя вы, дорогая. Сама, честно. Это честно. Не идите по темной дороге. Она вас заведет. Не надо. Найдите человека, который в вас вселит смелость, чтобы вы ничего не боялись. Не надо туда, где темно. Вам только кажется, вы другая. Вы абсолютно светлый человек. Вы уже тесто, из которого можно лепить счастливую женщину. Так что все у вас будет хорошо. Это от отчаяния, это от страха. Не бойтесь. Ваши дети будут здоровы, и вы ничем не заболеете. Все, вы уже перешагнули. Спасибо. А есть сюрприз, который приготовили? Да. Покажете? Да. Пожалуйста. Я так настрадалась, что поэтому и не хочет детей. Не знаю, это что-то. Угу. День рождения мой в апреле, под созвездием Тельца. Видно, так меня хотели, что я маму и отца. Я красивая, как мама, да посмотрите, посмотрите, все при мне. И как папа я упряма, не сгораю и в огне. Ой, мне не нравится. Жалко, конечно. Почему? Кто знает, кто ему понравится. Мне Бог дал счастливую душу, и так хорошо мне. Браво! Спасибо большое, девочки, забирайте подарки и проходите в свою комнату. Ой-о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 й-
Это вот прям вообще без доли фальши. Позитивный, позитивный, очень энергичный такой. Но прям ты знаешь, по-моему, ты ему тоже так очень понравилось. Он прям так сразу. Есть такая большая актриса Лариса Удовиченко. И она как-то снималась, и Машу свою, когда та еще была маленькая, отправила к родственникам в Одессу. Маше было лет 5. И она ее не видела 2 месяца, и это большой срок. И она говорит, я прилетаю в Одессу, мне сказали, что Маня на пляже. Она говорит, я потихоньку иду на пляж, а Маня лежала на песке и загорала. Говорит, увидела меня, как заплачет, и на весь пляж как закричала, мама, а я за тобою не скучала, и заплакала. То есть она так по ней скучала, что она уже даже не знала, как ей об этом сказать. Понимаете, эта девочка, Ольга, настолько хочет семью полноценную, она настолько ощущает себя маленькой, этот детский голос, эта детская песенка про маму и папу. Конечно, она хочет семью, но она так это хочет, что она об этом говорит. Мне не нужно ничего, мне не нужны дети. Мне это не...
конечно, конечно. Бедная маленькая девочка. Я абсолютно уверена, что у нее все будет хорошо. Абсолютно. Может быть, даже с вами. И будете потом смотреть эту программу и говорить, какие мы были дураки. Может такое быть. Роза. А, кстати, не смущает вас, что вот, ну, там, три попытки. Вот скажете что-нибудь не так и... Мне ничего не смущает. Грех на душу. Что это вы какой-то счастливый, понимаешь? У нас у всех тут проблема, а он какой-то счастливый. Или вы не понимаете, что я говорю? Я понимаю. У меня нет детей, нет проблем, поэтому у меня хорошая жизнь, я без проблем. Вы знаете, у нас как говорят, ну, не, мне она сама не нравится, но вот прям в точку. Хотите проблемы, женитесь. Да, согласен. Василиса, что звезды говорят про Ольгу? Ну, я бы хотела дать ей совет свой. Есть ее водолейская луна в седьмом доме. Во-первых, нельзя останавливаться на гражданском браке. Ей нужны действительно формальные крепкие отношения. И она человек с сильным воздухом в гороскопе, несмотря на то, что она как бы считает себя тельцом. Ей нельзя только развлекать мужчину и чувствовать, что она вот должна подарить ему радость, веселье и только развлечение. Она такая, какая она есть. Она способна быть серьезной, фундаментальной. Она способна мужчину делать постояннее. И мужчина ей нужен такой же, очень спокойный. Очень... А никто ж не научил. Сплошной же трагедия. Поэтому я и ни стараюсь мама, ни дать папа, рекомендации, что ей нужно выбирать не тех мужчин, для кого она будет развлекательной игрушкой, для такой веселой девочкой-поскакушкой, а именно тех, с кем она успокоится и будет. Конечно. Сама собой. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Мне бы хотелось бы подарить вам сердечко с желаниями, которое одно из них должно у вас сегодня обязательно сбыться. Пожалуйста. Спасибо очень. А цветы для вас. Спасибо. Давайте. Яна, 26 лет. Мастер производственного участка по металлическим дверям. Пишет стихи, играет на гитаре и любит готовить мясные блюда. Предупреждает, что всегда спит в носках. Яна не смогла найти общий язык с дочерью своего возлюбленного и предпочла прекратить отношения. Надеется, что Игоря ей не придется делить ни с кем. Хорошо, что Яна пришла сразу с мамой. Приятненько, но как бы не особо в восторге от нее почему-то, мне так кажется. Это вам? Спасибо большое. Видите, как подсластил жених. Вкуснятина. Яночка, а чем вам так насолила дочка бывшего избранника, что не смогли найти с ней общий язык? Ну, дело в том, то, что она просто говорила всегда, что вот мама, только мама. А сколько ей лет было? 10. 10 лет? Я испугалась. Просто испугалась на тот момент серьезных отношений взять на себя ответственность. А в ваши обязанности входило что? Делать с ней уроки, гулять, мыть ее, не знаю, читать стихи? Ну, я, так как люблю очень заплетать, я всегда хотела ей причесочки какие-то делать. Ну, это у нас была очень большая проблема, им покушать и прическу сделать. Еще что? Она как-то старалась очень громко кричать, чтобы это услышали соседи. Для меня это было очень... Что вы ей дергаете волосы, да? Да, что я как будто ее избиваю, на самом деле. А я... если кормили ее, то что? Она отказывалась категорически кушать мою еду. Но потом я интересовалась, что бы ты хотела. Готовлю ей то, что она хочет. Все равно она категорически отказывается. Ну, все равно. Если папа любит свою дочку и привел какую-то из малолетку, 23 года, естественно, у нее будет ревность жуткая. Когда папа был рядом, конечно же, это было все по-другому. И папа всегда он защищал. Потому что, конечно, это все равно родительская любовь, она сильнее. А она, наверное, переживала, что папа ушел от мамы и хотела их снова соединить? Она очень сильно переживала по этому поводу. А нельзя поводу. Было выход найти? Ну, в конце концов, она приезжала к вам только на выходные? Наверное, можно было, но просто я на тот момент была к этому не готова. Я просто сделала больше выбора на том, что вот расстаться, лучше расстаться. Мне просто тяжело стало, но я испугалась. Куда мне в 23 года? А ему сколько было? А ему было тогда 33. Ну да, небольшая разница в возрасте. Мама, а вы же ну, не, были не замужем за этим? Да, да, это был гражданский брак. А как вы дочку-то отпустили? Еще следить... 23-летнюю... Да еще с ребенком, женщину каким-то, молодой. И что? А что, мама в 23...
Ну, я не знаю. Я, например, считаю, что это абсолютная дурость. Вот с моей стороны бы, допустим, диктовать моему 23-летнему ребенку, как ему жить и с кем ему жить. Это неправильно вторгаться. Не, ну и с мальчикой живи, пожалуйста, на здоровье, с кем хочешь. Не жениться же, а девочка. А если бы она... Она молодая женщина, 23 года. Она уже как 5 лет отдельная семья. Я считаю дочь свою очень серьезная девушка. И если выбор... И выборы я обычно всегда поддерживаю. Вы тоже не хотите детей? Вы знаете, я вот просто нахожусь, как бы сейчас учусь, у меня институт еще не закончен. Почему бы и нет? Я думаю, что должно быть просто согласовываться все вместе. Может быть, мы через полгода захотим. Кто его знает? Нет, у человека другая совершенно позиция, твердая. Он говорит, я не хочу, моя радость и мое счастье в другом. Просто если будет подходящая женщина... Что может быть через определенное время согласился. Вы до 39 не завели детей и не заведете уже. А. Почему? Да нет, почему вы так думаете? Вот, я про что? Но тогда вы непоследовательны. Все, что я могу сказать. Да, он непоследовательный, потому что он живой. Хорошо. Марина, вы так безучастны в судьбе дочери сидите. А вы что советуете? Нет, я наблюдаю, внимательно слушаю и... Скажите, а вы в браке, у вас есть муж? Да, у меня есть муж. А вы счастливы в браке? Очень счастлива. Игорь, скажите, пожалуйста, а вы где хотите жить? Где вы работаете? В Чехии или в России? Ну, конечно, обязательно в Чехии. У меня же там два дома. Я занимаюсь 15 лет бизнесом. И это же без разговора, ну, можно жить и там, и как бы... Поедете? Угу, мрачно сказал невеста. Без поеду, мамы, наверное, нет? Никуда. Я всегда хотела, я думаю, чтобы дети жили со мной. И все, и зятья, и не, слухи, ну, что-то. А с вами это где? В вашем доме, что ли? Да. Если она поедет туда, то она должна ехать с мамой. Без мамы видишь, она никуда. Раз мама не хочет отпускать от себя, значит, видимо, да, придется с мамой. У вас осталось два бонуса. Минута наедине и семейная традиция. Семейная традиция. Есть такая? Да, у нас есть такая семейная традиция. У нас в семье, когда кто-то получает зарплату, мы прячем денежку. Ну, то есть, кто пришел с зарплаты, он прячет денежку где-нибудь. Всю? Нет. Определенную часть прячет. И оставшиеся члены семьи ее ищут. Тот, кто находит, тратит ее обычно на какие-то положительные подарки или одежду. Но чтобы только не на какие-то шалости. И всегда давали отчет. А бывали случаи, что не находили? Бывали. А я всю жизнь зачем-то прячу какую-то часть и не нахожу никогда. Синдром белки. Да, да, я не, просто не помню, белый лист, я не помню, куда а это я в тот момент, когда прячешь, ты пытаешься запомнить? Что нет, вот потому что я же до этого отмечаю зарплату с подружками, поэтому я уже немножко в таком состоянии. Дорогая моя, давай. Вот можно? Я хорошо, прямо, это, кстати, я это хорошая идея. А сюрприз приготовили? Да, мы приготовили. Так как у нас все в семье поют и творческие люди, мы бы хотели бы показать сюрприз с мамой. Супер. А мы с удовольствием послушаем. Спасибо. Забирайте цветы, подарки и ждите решения Игоря в комнате. Спасибо большое. Ну хорошо, я как музыкант воспринимаю, мне это очень внимательно. Я тоже... Ну, мне нравится это мой типаж. Ну, как так что, это? Тебе понравилось, да, Яна? Мне, Яночка, хорошо, только какое-то странное влияние у мамы. Выступили, молодцы. Такое, прям, я не знаю... Энергетика такая. Да, прямо, вот теплое такое вот. Прям хочется с ним общаться. Тебе понравилось, ты в восторге, да? Да. Это он взять и хочет припахать, чтобы... Зачем? Не хочет. Пускай живут возле меня и квартиру расширяют, понимаешь? Что, звезды, расскажи. Мужчина, который выберет Яну, должен понимать, что ее мнение он не изменит никогда. Она для виду может послушаться, но внутри себя она останется при своих. Ну, такая натура. Стрелец и скорпионья луна. Ничего с этим не поделаешь. Но это прекрасная возможность промолчать, знаете, где нужно. Не просто не люблю, а я ненавижу компании взрослых людей с песнями «По Дону гуляет», «Черный ворон», с водкой, братание, целование. Я это просто ненавижу. Я когда маленькая была в таких гостях, я пряталась под столом и плакала. Для меня это просто чуждо моему организму. Я понимаю. Поэтому очень важно еще войти в семью. Так я не поняла, ты ему понравился или нет? У вас есть еще одна невеста. Проходите и знакомьтесь. Thank you.
Привет, меня зовут Марина. Это тебе только для настоящих мужчин. Спасибо, Маринка, очень приятно. Это для тебя. Спасибо. Я знакомиться. Марина, 27 лет. В прошлом мастер ногтевого сервиса. Сейчас работает бухгалтером. Гордится разрядом по художественной гимнастике и титулом «Мисс Бикини». Мечтает жить на море. Возлюбленный Марины слишком буквально понял фразу «все включено», когда собрался с ней на отдых в Египет и решил не брать с собой кошелек. Надеется, что Игорь – щедрый мужчина. Такие маленькие подарочки для вас. Это хлопушки? Спасибо. Нет, это такие вкусные конфетки. Спасибо. Еда? Большое. Да. А вы, в свою очередь, передайте через нас. Давайте мы передадим вам конфетки. Да. Это из Ларика. Да. Ой, спасибо. Спасибо. А я знаю, как фамилия моя по-чешски. Гузеевова. О, это некрасиво. Мне нравится на русском. Нет, но почему-то вот Ова, у меня есть журнал, я на обложке чешский какого-то года написано Лариса Гузеевова. Почему? Нет, так пишите. Сейчас в Чехии есть Ова, так просто в чешской грамматике. Дорогая моя, мы вам рады. Вот перед вами сидит прекрасный мужчина. Да. А у вас был, судя по всему, не прекрасный. У меня был, судя по всему, сам был по себе, конечно, прекрасный человек, да. И когда вы однажды поехали отдыхать в Египет, то фразу «все включено» он понял буквально. Может быть, ну как бы я ему сказала, там, возьми с собой деньги, потому что как бы другая страна, да. Зачем? Я говорю, как зачем? Как бы, ну экскурсии там какие-то, там вдруг что там что-то случится, я не знаю, как бы мужчина вложит всегда, как бы поддерживает, да, девушку, что-то за ней. А он сказал, я фаталист, если случится, с неба упадет все, да? Ну не знаю, в общем, я взяла свои деньги и в итоге там мы потратили их на него, можно так сказать. Очаровательное скупердяйство. А вы пытались с ним заговорить или он вам говорил, что приедем в Россию, я тебе верну? Ну, он как бы такого ничего не говорил, да. Просто как бы я ему там купила кроссовки, там духи ему купила. Она не прямым рассказывает, случайно? Не знаю, слушай, а может, правда они? Ну, может, как-то да. Может, они одинаковые? Да бог знает, да. Скажите, а до поездки были когда-то приступы щедрости? Он мог на вас все потратить? Ну, даже такого не было. Мы просто, он как бы работал в кинотеатре, и мы ходили к нему просто в кинотеатр, как бы в кино. Бесплатно. На меня он не тратился, как бы, и в рестораны какие-то мы тоже не ходили. А что, у него денег не было? Что, богат, что ли? Ну, совсем не взять с собой в Египет ни одной копейки. А ее никто не заставлял-то платить. Кто воспитывал девочку? Девочек воспитывала я и моя бабушка, моя мама. И вы, наверное, с рождения говорили, Маринка, не в деньгах счастье, не это главное. Да и вообще как бы не в этом главное, ну, как бы не в деньгах тоже главное. Да, только у вас кровать, я гляжу, во-первых, данные кровать за 101 тысячу. Да. У меня даже такой нет. А на что купили-то? На что? На свои деньги. Мама уговорила, надо брать. Я говорю, ну если надо брать, значит надо брать. Мариночка, ну а вы с ним расстались после чего? Ну просто у меня была задержка, и как бы тест показал две полоски. Я ему как бы отослала по смс, он сказал, что ну как бы это к этому отношению не имеет никакого. Хватит шутить так, да? Да, он, наверное, так подумал, но потом оказалось, что как бы это было все ложно, вот. И ну вот на этом расстались. Но испытание он не выдержал. Да. Мариночка, вы хотите детей? Да? А как вам вот перспектива с Игорем пожить в Чехии? Ну, пожить парень-то в Чехии хороший. Почему? Хороший, да. Но если как бы мы понравимся друг другу, да, там все будет хорошо. Ну, это сразу понятно, если нравимся друг другу. Очевидно. Без этого никто вас никуда отсюда ни силком не потащит. Не просто, как ты сказал, что если я захочу, как бы можно... И детей как бы родить. Да, но вы их сами будете воспитывать. Перед нами тоже абсолютно мальчик, который еще ничего не понимает. Нельзя хотеть то, чего ты никогда не пробовал. Понимаете? Ты не знаешь, как это на вкус. Есть готовность, Ларис, быть отцом. Нет, мужчина должен... Очень редко. Если мужчина только хочет завоевать женщину, которая безумно хочет детей, он будет ей говорить, роди мне, потому что мы на это ведемся. Мужчины не хотят, они не понимают, что с ними делать, пока они не станут разговаривать и не станут личностями. Ларис, хорошо бы, если бы это было так, но мне в словах Игоря, я услышала и один, и второй, и третий раз сарказм относительно классической семьи и всего. Поэтому я боюсь, что это уже убеждение сложившееся. А моя интуиция подсказывает.
А у нее там Ларис, этот, пусть, а ты бы свою дочку, лет. Ты мне любишь время такие вопросы задавать, а ты бы вот при этой ситуации, если бы она влюбилась бы, что бы, согласилась бы отдать? Ты понимаешь, вот не поверишь мне, у меня же и старшему мальчику 23 года, я настолько своих детей люблю, что я вообще не вправе влезать, потому что что бы ни случилось, они обвинят и скажут, мама, это из-за тебя я несчастлив или несчастлив. Пусть винят. Поэтому нет. На то и мать, чтобы винили, а кого еще? Нет, нет. Пусть, они пожалуйста. Сами, я обеспечу только им, постелю, чтобы не больно было падать. У вас остался один бонус, свидание наедине. С удовольствием. С удовольствием? Да. Пройдите. Так что можете вернуться с тестом на беременность. А не страшно вот на чужбиночку-то? Нет, сильная девочка. Не страшно. Мне кажется, он хорошо выглядит. Мне кажется, он здоровый. Он здоровые правильно рассуждает. Будут. Скажи, а как нравится тебе отдыхать? Да, я очень люблю море. Ну, как бы такое. Это значит, море. Можно плавать в море? Да, очень плавать, да. Ну, море, как бы, это, мне кажется, мое все. Я готова все отдать, чтобы поехать на море. И жить там даже на море. Да, это понятно, но ты знаешь, что в Чехии моря нет. Ну, можно ездить отдыхать, как бы на море путешествовать. Сейчас ты уйдешь, а мне просто нужно переодеться, хорошо? Хорошо. Что теща к вам будет в гости приезжать. Ну а почему не приехала? А в чем проблема? Я не вижу ничего проблемы. У меня даже мой портрет. У меня дочка замуж. Портрет, представляешь, не разрешили. Зять говорит, нет, не будет в комнате висеть. Я теперь вишу, это портрет висит на прямо... Рос, у тебя внук никогда не будет. Особенно если в спальне малышей. Гостей проверяю. Давайте посмотрим. Забирайте конфетки, цветочки. Очень трогательный сюрприз. Сденек. Колготочки под шортики. Это так невинно, это так по-детски, и это так наивно, еще раз говорю, трогательно, невозможно. То есть как бы она вам все и показала, но в этом такое целомудрие. Да, колготочки? Ну, девочки все красивые, то... Для Игоря это будет большой проблем. Как вам Марина? Марина по визаже супер, вот. И по характеру непонятно. Было достаточно возможности почувствовать. Но боюсь немножко. Это сырец, это полуфабрикат. Понимаете, она ничего не пережила в жизни, она ничего не прочувствовала. Она живет с мамой, она живет хорошо, ее любят, у нее нет... Да, иди. Если что, как бы я готова просто к отношениям. Как бы, все нормально. Готова к отношению, да. Если вы не увидели... Спасибо, дорогая. Она просто еще молодая. Понимаете, она москвичка. Если бы она приехала сюда, ей пришлось бы место под солнцем выбивать, жить в плохих условиях, зарабатывать себе деньги на квартиру, она бы была другая. Она живет с мамой, у нее все хорошо. Поэтому она как инфантильная. Роза, как тебе, Марина? Не, Мариночка хорошая. Только, правда, мам, вы как-то это, дочку-то первым встречам не отдавайте, а то она все согласная. Ну, 27 лет, конечно, давно пора надо было бы уж пристраивать. Но не на чужбину. Хорошая девочка, очень мне понравилась Марина. Очень понравилась. И эта готовность ее к серьезным отношениям. И тоже мне понравилось. Мне кажется, вам нужно время попробовать хотя бы. Вот я вижу как-то Марину рядом с вами. У меня прям глаза в глаза. Не, он главное на меня как смотрел. Да? Ну, смотри! Кажется, вы просто другу понравились, Марина. Ольге нужно немножко полечиться, чтобы кто-то был взрослый, мудрый, любящий и вылечил бы ее душу. Она слишком много страдала, понимаете? Яна, ну, мне кажется, не ваша женщина, а Марина прям для вас рождена, да. Я так думаю. Категорически не соглашусь. Редко, но не соглашусь категорически. Марина не ваша женщина. Она такой маленький, еще молоденький, юный воспитатель, подающий надежды. В гороскопе оппозиция между Сатурном и Ураном в Стрельце, к Венере в Близнецах. Это женщина, которая будет выбирать себе молодых достаточно партнеров всегда. Или мужчин легкомысленных, которые как бы напоминают молодых. И потом будет их воспитывать. А вы не тот мужчина, из которого можно лепить. Однозначно. Вам нужна женщина другого типа. Поэтому я не могу Марину рекомендовать. Сденек, кого вы советуете? А, третью женщину. Третью. Это Марина? Да, Марина. Марина. Что вы скажете? Как вам, девушки? Я скажу честно, другая, это совсем не мой вариант. В первой есть что-то в душе, что мне как бы потрогало чуть-чуть, как бы, но если что-то мешает,
И Марина, это молодая девушка с написом «Люкс», опасная. Роза. Я считаю, что мужчина, уж если вы приехали за нашими женщинами, то тогда помогайте. Хоть какая-то, от вас, какая-то польза от вас будет. Я считаю, что больше всех нуждается в помощи Оля. Приоденьте ее, повозите ее в Диснейленд, покажите ей радость. Станьте, я не знаю, ну как там будет, ну прямо отогрейте ее. Вот Ольгу бы я отпустила, если да, вы обещаете. Ольге в этом платьице, в рваных чулочках вы точно не поможете. Ольга может помочь себе только сама, да. И помощь специалистов. Только так. Иначе упустит планета Земля эту женщину. Ну, я как бы от души от себя говорю, что как бы мне человек понравился. Это на самом деле. Если так. Это не подвижно, ты видишь. Как бы, да, у тебя сразу глаз горит. Яна не ваш человек, вы сами об этом сказали. А Марина настолько здорова внутренняя, ага. И она у нее здоровая психика, что вы ей не сможете навредить. Ну, не получится, послушайте, ей 27 лет, ну, расстанетесь. Это шанс. У Марины таких шансов еще будет. Да перестань! Будет, да, будет, перестань, будет. Не будет. Выйди. Будет, нет. Выйди. Нет. Тихо, не кричи. Мне понравились все три сегодняшние девушки. Да. Яна действительно не ваш тип внешне, но гороскопически именно она из трех девушек способна понять мужчину вашего типа. Глубокого, загадочного, расшифровывать вас, прикладывать усилия, молчать, когда это необходимо, пытаться заходить к вам с той и с этой стороны. Ни Ольга, ни Марина делать этого не будут, потому что у них другие цели в жизни, я бы сказала так. А пока вы думаете, к кому пойдете, у тебя какой-то есть, я знаю, прогноз. Да, кто-то не хочет детей, а кто-то специально смотрит нашу программу для того, чтобы узнать, когда же лучше, когда больше возможность зачать детей. Могу сказать, что декабрь, о котором я сейчас буду говорить, чтобы вы заранее подготовились. Месяц не самый хороший для любви, не самый легкий, не самый легкий для того, чтобы заниматься косметологией, но вот с зачатием детей все, слава богу, в порядке. Поэтому, если у вас есть такие планы, пожалуйста, дерзайте. Лучше всего использовать те дни, когда Луна будет находиться в водных знаках и хорошо расположена по отношению к Венере. Это 7 декабря, 17, 21, 22 и 26 декабря. Используйте эти дни, пожалуйста. А теперь проходите туда, куда вы решили. Мы вас поддержим в любом случае. Я предлагаю всем выйти и поддержать Игоря. Супер, я тебя поддержать. Супер. Идем. У нас есть пара, Игорь и Марина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи. Привет. Привет, передача. Ну, я был чуть-чуть расстроен, перенервничал. И зашел в третью комнату на место впервые, в которую хотел заходить. Спасибо вашей передаче, что мы смогли встретиться. Нам очень приятно и интересно. И мы празднуем сегодня в хорошем ресторане, во всей компании, с другом Зеньком. Хорошо проводим время. Да. Так что спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Но участвовать у вас больше уже не будем.